Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня хочу с вами поделиться очередными своими секретами. Все спрашивают, какие у вас там секреты, особенно эти. Вот, очередными секретами. Пока идет подготовка к новогодним праздникам, сейчас вот на перчатки, на резиновые, на виниловые перчатки, на одноразовые, да, Валберес очень хорошая скидка. Мы нашли вот такие перчатки разных размеров, 250 рублей, 100 штук. Не 100 пар, а 100 штук, 50 пар здесь. Заказали сразу 3 упаковки. Разных размеров, разных цветов, там выбор очень-очень хороший. Я себе вот заказала Эльку, у меня рука не маленькая, и чтобы в них было удобно работать, заказала себе Элечку. Вот, девчонкам своим, дочкам, они мне там помогают. Вот на мою руку Элька даже великовата, но я не люблю, когда впритык, я люблю, когда вот посвободней. Вот, эти. Девчонкам у них поменьше рука, им М-ку, и малышне, внучкам и внукам, они тоже говорят: бабушка, давайте будем тебе помогать, дай нам перчатки, вот С-ку. Там, значит, размеры, выбор есть, размеры разные, цвета тоже разные. Вот у нас так получилось, мы вот так заказали. Значит, очень хорошие, мягкие. Я такими вообще не люблю перчатками пользоваться, поэтому вы видите мои страшные руки. А руки у меня почему такие? Потому что у меня после операции была так, не химия, а было облучение, лучевая терапия. И дало вот это вот как бы аллергию на руки. Дома, вот в Москве, почему я и посуду мою, посудомойку купила. То есть они у меня нормальные. Но вот в земле начинаю работать, и руки все лопаются, трескаются и не отмываются. Особенно от помидор, это какой-то кошмар. И, в общем, у нас всегда были перчатки, но я их или забываю одевать, или мне в них неудобно, или с утра вышла, а у меня дома все спят. Чтобы обратно не возвращаться с перчатками, я работаю так. Думаю, ну ладно, ну ладно. И вот поэтому, когда делаю обзоры своих помидор, вы видите мои такие руки, но я ничего не могу с этим поделать. Поэтому вы уж меня извините. Ну, вот так. Это моя такая болезнь. Вот сейчас, конечно, уже не копаюсь в земле, ничего не делаю в огороде. Руки, конечно, все белые, все болячки зажили, все прошло и уже хорошо отмываются. Вот. И еще это, значит, Валберес. Сейчас перчатки дешевле, чем на других интернет-площадках. Других и 500, и 600, и мне предлагали еще и дороже. Получается, вот на Валберес мы заказали по 250. Мягкие, хорошие перчатки разных размеров, разных цветов. В упаковке написано виниловые там или как-то. В общем, не просто какие-то такие вот медицинские, такие жесткие, да, нет. Эти мягкие, хорошие перчатки. Значит, 100 пар, 100 штук, это 50 пар в коробке. Они все идут по 50 пар. Просто некоторые немножко как-то перепутывают и думают, что там 100 пар. Нет, 100 штук. Так, и еще дочка мне заказала на Алиэкспресс вот такие. Пока зима, пока не сезон. Заранее запасаемся. В прошлом году я их покупала, но обзор у меня руки не дошли сделать. Потом я показывала, когда они уже у меня были подвязаны помидоры, когда были вот эти, вот я не знаю, как их назвать, маркировку делать на растениях. Они вот такая вот штучка интересная, вот так они отодвигаются, вешаются на ствол, где идет от ствола этот пасынок или лист, здесь подписывается, то есть не надо никаких ложек, вилок, их надо втыкать в землю, потом там не прополоть, ничего, все мешается. В этом году я пользовалась вот этими маркировками,
очень мне понравилось. Никуда не улетает, даже на улице висит прям мертво. Единственное, что вот здесь вы обычной вот такой простой ручкой не подпишете. Я покупаю перманентный маркер. Маркер не стирается. Сейчас вот остались у меня там, я их в пакетик сложила, поснимала, но ничем не стирала. Вот я думаю, что, знаете, маркер чем хорошо? Спиртом, ваточку, водку, спирт, и хорошо стирать, и потом уже подписывать будем следующий урожай. Значит, это на AliExpress, и те, и другие в упаковке по 50 штук стоят 200 рублей. Вообще за даром, потому что мы были в магазине, где продают семена, там они расфасованы по 10 штук, но это они уже закупили и перепродают. Эти 10 штук тоже где-то около 200 рублей, то есть вот представляете, 5 раз дешевле. 50 штук стоит 200 рублей, и вот эти маркировки, которые мы одеваем, там есть и другие, может быть, вам другие понравятся, мне понравились эти. Очень, там есть такие, что вот они как бы втыкаются и защепляются. Мне понравились именно вот эти. Их снимать хорошо, одевать хорошо. Удобно, не улетают, не съезжают, ничего. И вот эти зажимы, тоже 50 штук, 200 рублей, тоже на AliExpress, на одном и том же сайте. Это я подвязывала, значит, у меня помидоры были подвязаны к шпалере, да? Вокруг основного куста я вот так обматывала, потом второй, если ввела помидоры в 2, в 3, в 4 ствола, значит, второй ствол я подвязывала внизу, и его уже никак не закрутишь, то есть я даже не крутила, я вот так вот защепляла за ствол и за эту веревочку по всей вышине, по всей длине, и она так хорошо одевается. И потом вот так нажимаешь на краешек, и она открывается. Очень удобно, ничего делать не надо. И уже когда помидор с цветами и с помидорами, его тяжело вокруг вот так вот, поэтому обкрутить. Поэтому вот эти штуки мне тоже понравились. Очень удобные, у них хороший такой диаметр. Они не прижимают сам ствол, и к веревке хорошо не сползают, не съезжают. То есть, если вы ее привяжете к шпалере, привяжете один конец к этому стволу, к второму пасынку, или там, ну, я не знаю, как их назвать, помидоры, в 2-3 ствола идут. Вот эти, первый идет, обкручивается, но можно его тоже сверху, уже не обкручиваешь с помидорами, уже тоже можно вот так вот подвязать, прищипнуть, то есть вот такие вот штуки. Ну, не понравится, получается, ничего страшного, 200 рублей 50 штук, мне в прошлом году не хватило 50 штук. Вот я, те у меня остались, и эти, даже дочка говорит, давай больше закажем, ну, больше уже не стало. Хватит этих, если что, в следующий раз еще закажем. Вот, вот этим секретом я и хотела с вами поделиться. Пока суета, пока суть до дела, пока еще не наступил у нас с вами, охрипла орать, сезон огородный, запасайтесь, смотрите, ищите, потому как в интернет-магазинах намного дешевле, чем в магазинах, в которых продается там магазин 6 соток, магазин семена. Они то же самое заказывают. Вот я сейчас вам все секреты расскажу, да, заказывают оптом, а продают нам в розницу в 5 раз дороже. Все. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и счастья, любви, настроения, мира и добра. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!